номер, который называется кастинг в группу 50 Cent. Вы знаете, группа 50 Cent, да, вот эти рэперы, да, смешные, они были в Киеве, да, давали концерт. И представьте себе, что буквально перед самым концертом у них заболел хлопец, который делает вот эту штуку. Итак, дорогие друзья, кастинг в группе 50 Cent. Здравствуйте. Здрасте. Я пришел на кастинг, я умел делать. Отлично! Все, супер, вот здесь устал, да, сейчас репетиция, да? А потом концерт через 10 минут, да? Все, вот сюда, вот так вот в микрофон, все, делаешь. Давай. Все, отлично, все, супер. Так, ребятки, свет на... Подождите. Что? Так что нужно делать? Ну, блин, ну вот микрофон и все. Все, вот, микрофон и делай, все, давай. Ребята, значит... Секунду, секунду. Что, ну? Ну, я согласен. Ну понятно, согласен, все, встал микрофон, да, и делай, давай, только с движением, так, с движением, давай. Нет, давайте либо либо движением же, запарю вам весь концерт. Ну хорошо, просто без движения, встал вот сюда и делаешь, давай, все, поехали, 5 минут, все, ребятки, у меня микрофон, что? Ну так а что вы сами не делаете? Блин, чувак, я делаю, ага. Если я буду делать и ага, и я реально зашьюсь, понимаешь? Да. Давай, все, стал, давай, давай, все, давай, все. Ребята, 2 минутки, буквально. Секунду. Что? Так сколько вы мне будете платить? Блин, ну, ну вот в Америке нам Эминем делал Вот мы платили ему 3 гривны за мы платили. Вот он и мы ему 3 гривны. Вот. Так, так. Ну так как ты без движения делаешь, да? Ну да. То тебе, ну, гривна за и все. Не, не, ну хотя бы 2, давайте 2. А что так много-то? Ну вы знаете, какой бензин дорогой сейчас уже. При чем тут бензин? Ну вообще? Как это, я на тряпочку нюхнул и Блин, ну хорошо, будет, все, давай, все, работай, минута осталась. Ребята, уже ничего не... Просто что? Ну... ну у меня же есть райдер. Какой райдер? Ну, во-первых, в гримерке должно быть 400 грамм коньяка. Там есть коньяк. Я выпил уже. Что еще? Ну, камертон должен, камертон стоять, чтобы я вот так подошел, настроился и пошел на сцену. Все? Нет. Что еще? Ну, шуба должна быть. Шуба? Ну, да. Зачем шуба? Ну, как это же рэп, ну, как это я без шубы, ну, вы что? Все? Нет, пилотка. Пилотка? Да, пилотка. Все? Нет. Что еще? Ну, хомячок. Какой хомячок? Ну как это же шоу, я выхожу, снимаю пилотку, хомячок, все, шоу. Хорошо, все будет, все, поехали, уже нет репетиции, все, сразу, просто в микрофон, да, да, все, да. Давай, давай, ты готов? Ну я уже снял пилотку, все. Ну давай, все. I don't know what you heard about me, I don't know what kind of money want of me, no Cadillac, no Pimps, you can see, that's my motherfucker PIMP. Че тупим? Woo! Красавец! I don't know what you heard about me, Андрей Молочный. Антон Лирник. Давай ты мне Чехова. Comedy Club Украина. Мы показываем фантастический номер. Совершенно фантастический. Такого не может быть на самом деле. Представьте себе, если бы Джордж Лукас жил в Украине в то время, когда создавалась коалиция. В этом случае «Звездные войны» выглядели бы по-другому. Пум-пум-пум-пум-пурум-пум-пурум. Справа в том, что вся галактика теперь на моей стороне. Тебе не остановить меня, магистр Йода. Магистр Юща. Магистр Юща, если бы не третий тур, то магистром был бы я. Так, Викторе Дартвейдоровичу. Значит, по-перше, я буду розпускати парламент. По-друге, ми проведемо перевибори. Давай, проводи. Народ не поверит уже ні тебе, ні принцессі Юлі. Так, зараз ми спокійно, без ексцесів. Проведемо смертельну бійку. Давай. Давай.
Что ты смеешься? Шахтерский меч, он хоть и маленький, но жарит хорошо. И это все, чему тебя научил рыжий карлик? Не смей обижать мастера Кучму. Я чувствую возмущение силы. Это один из твоих джедаев перешел на темную сторону и стал спикером Сената. Чего ты хочешь? Я требую, чтобы язык клонов стал вторым государственным. Этому не бывать! Летит на помощь мне армада космических пчел! А на моей стороне вся коалиция, включая ситхов во главе Симоненко. А еще с нами Оби-Ван Ахметов и Чубака. Ваша Наталья Чубака не прошла 3-процентный барьер. А за нас Энакин Порошенакин с шоколадной планетой. А к нам присоединится Нестор Скайуокер и вам пиндос. Заспокойтесь. Добро завжди перемагає зло. Заспокойтесь, не розходьтесь. Ми домовимося. Зачем ты привел под Мариинский дворец армию донецких роботов? А зачем ты привел нашу галактику? НАТОвские космические корабли. А что скажет Российская космическая конфедерация? А ничего не скажет. Император Пу на нашей стороне. Ты отрубил мне руку, которая не крала. Я нечаянно, старик. Ты освободил меня. Прими меня в джедаи, как ты принял Юлю Тимошенко. Да пребудет с тобой сила Майдана. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас будет такой сумасшедший номер, который называется «Мушкетеры из Одессы». Представьте себе, мало кто знает, что на самом деле все мушкетеры были родом из Одессы. Кого я вижу? Атос Моисеевич. Боже, Родик Д'Артаньян! Здравствуйте! Как здоровье ваше? Вы знаете, здоровье ничего, но я расстроен, что вы мне плохо пошили штаны. Что такое? У вас отличные штаны, они вам очень идут, слушайте. Я же просил, чтобы здесь был маленький карманчик для мелочи. Прекратите, у вас на ширинке есть молния, такого нет даже у кардинала, перестаньте. Это не оправдание, вызываю вас на дуэль. Ой, давайте, давайте, пусть будет дуэль, хорошо. Давай, защищайтесь. Ради бога, я буду с вами драться, даже несмотря на то, что у меня дикие боли вот здесь, постоянные боли. Вы вот знаете, что... у меня есть мазь, которую мне сделала моя мама, я могу вам ее продать. Стой, это будет очень хорошо с вашей стороны. Вы забудете об этих проблемах навсегда. Спасибо вам огромное. У нас был случай, у нас в мушкетерской роте был лейтенант, ага. Изя. Так. И этот спекулянт, этот галантерейщик Бонасье продал ему дырявую шляпу. Что вы говорите? И Изя ничего не смог сделать, потому что у Бонасье были связи в город-администрации. Ай-яй-яй. Это такое наше мушкетерское счастье, не вы говорите. Понимаете, да. Еще капитан Д'Этревиль мне говорил, Атос Моисеевич, надо ехать. Надо ехать в Лондон за подвесками, понимаете? Все мои уже в Лондоне. Мама, папа, сестра Рахиль, ее брат, все уже там, понимаете? Что я здесь делаю, я не понимаю. Я вам так скажу, что там хорошо, где нас нет. Это да, это. Но точно. В этой стране тоже ничего хорошего не будет. Ой, не говорите. Ой. Вы видели этого короля? И что? Король ненадежный. Я не знаю, чем вам не нравится король. Дай бог ему здоровья, чтобы он сдох. Перестаньте. Если папа с мамой вас не научили, как нужно говорить за короля, я буду вынужден вас вызвать на дуэль. Защищайтесь. Давайте будем драться. Ради бога, хотя вы знаете, какая у меня печень, какие у меня боли в печени. Это же ужас, вы понимаете? Это все из-за того, что вы пьете бургундское. А сейчас ничего больше пить нельзя, только бургундское. Нет нормального вина вообще. Атос Моисеевич, я вас умоляю, все бургундское делается в Париже на Малоэрноузской улице.
Поэтому у вас еще и проблемы с женщинами. Ой, слушайте, с этими женщинами целая история. Вы знаете Тамару, которая на привозе торгует курями? Боже, я не знаю. Так это моя первая любовь. Что вы да, говорите? Да, это ее папа был генерал в отставке. Он мне ее отдавал, ей было 17 лет. Он говорил, таких изысканных манер во всем Провансе нет. Честное слово. У меня было все. Особнячок был на пересыпи. Все, что ей было надо. Она начала какие-то шуры-муры с мясником. Это клеймо на всю жизнь, честное слово. О, такая жизнь, такая да. жизнь. У меня с Сарой то же самое. Что вы говорите? Мы прожили всю жизнь, и что у меня есть? Сколько у меня шпаг? 4. Да. Сколько у меня мушкетов? 4. Ты смотри. Сколько у меня детей? Тоже 4. Ай-яй-яй. И я один за всех. Один за всех пашу за эту ораву. Они мне не разрешают драться на дуэлях, потому что у меня высокое давление. Слушай, давайте я вас заколю, чтобы вы уже не мучились. Заколите давайте, меня слово, сейчас. Давайте. Только помните, у меня сын милиционер. О, это такой гембель, что вы говорите, это же кошмар. Я вообще. Ему говорю, Жора, воруй. Да, да, да. Жора, бери взятки. Да, а он честный, да. А он мне говорит, папа, там банда. Я задержу их, ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы знаете, он таких задержал. И что? И ничего. Ну. Нажил себе кучу врагов и язву желудка. И слушайте, все. У меня есть хороший врач, он ему сделает группу инвалидности на 300 гривен в месяц. Неплохие деньги, слушайте. Я вам так скажу, для графа Делефер 300 гривен это мало. Мало? А для еврея графа Делефер это вообще ничего. Так, слушайте, Д'Артаньян, я смотрю, идут гвардейцы кардинала, а нас всего двое, у меня пошаливает печень, а вы неопытный юнец в дурацких штанах. Пойдем. А скажут, что нас было четверо. Скажут, что нас было четверо. Пойдем. Пага-пага-пага. Покажем вам серию миниатюр, называется «Взятки народов мира». И первая миниатюра – «Как дают взятки в университете». Здравствуйте. Здравствуйте. Я отец Молочного. Молочного? Да, молочного. Очень, очень хорошо, что вы пришли. Очень. Вот как раз я смотрю, смотрите, молочный, да, вот Энка, да? Видите, вот Энка. Он не ходил вообще. Просто абсолютно. Энка, 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 он не ходил абсолютно. Да. Да. Ну вот, смотрите, сегодня, да? Н. Он же не ходит. Он не ходил, да, но он не ходит. Вот сегодня Н, одна Н, сегодня вторая Н. Он же не ходит, да. Верно? Но он же и не будет ходить. Я же его знаю, видите, вот Н, он же не будет ходить, будет снова Н-ки, все, он не будет, и не надо, я сам приеду, привезу диплом, и все, что вообще это надо? Следующая миниатюра называется «Как дают взятки в Киеве». Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Сергеевич. Да-да-да. Нам очень нужна ваша помощь. Так, вот что как всегда, нужно 2 гектара земли в центре Киева. Вы нам помогали всегда. Очень вы знаете, нужно, помогите. Знаете, очень. Ну, надеемся я на очень вас. Бы хотел вам помочь, но уже тяжело с этим. Поменялась власть, уже все, борьба с коррупцией. Невозможно да. работать уже просто. Так что, да, ну. извините, честное слово. Просто у меня много, да, много, ну, много детей, много детей у меня, понимаете? Вот, а они не дают работать мне практически уже, не вообще дай... не дают. А я весь на нервах трушусь, вот только ехал, в санатории прокапался, вот. Так что, извините, очень много денег в санатории потратил, вот, лечился, восстанавливался. Я бы с радостью вам помог, но вот, извините, да, и товарища моего недавно еще забрали, одного моего товарища, понимаете, забрали, и камеры в кабинете установили, невозможно работать, установили просто камеры, невозможно да. работать. Так, то есть вы поможете мне как-то? Не, честное слово, не могу, не могу. А деньги? И деньги не помогут, нет. Следующая миниатюра. Как дают взятки в Грузии? О, да, Таматон, это здравствуйте. Такой вырос большой. Слушай, я помню, маленький бегал, упал, коленка сломал, помню, плакал маленький. О, а сейчас вырос большой начальник. У меня сейчас кабинет, кресло, телефон звонит все время. Слушай, очень нужна твоя помощь. Возьми вот деньги, очень нужно помочь. Нет, вы что, вы с моим отцом выросли, я не могу, вы что, нет. Возьми деньги, слушай, я тебя умоляю, пожалуйста. Нет, вы что, хотите, чтобы меня отец на порог дома не пустил? Слушай, родной, не обижайся. Дай старика, возьми деньги, я тебя прошу, пожалуйста, не обижай меня, я да тебя умоляю. Да я лучше у брата родного возьму, чем у вас. Нет, какого нет. брата? Слушай, тогда, слушай, возьми деньги или возьми кинжал и зарежь меня, чтобы всю жизнь была жизнь. Это кровь на твоем ковролине, понимаешь? Это деньги. Здравствуйте, милиция Грузии. Вы взятку брать будете или нет? Вся оперативная группа ждет. Я зачем этот Никон купил вообще? Слушай, видишь, мы разговариваем, ты лично мешаешь. Возьми деньги, пожалуйста, возьми деньги. Мне не нужны деньги, соберись, деньги.
Как дают взятки в Молдавии? Здравствуйте. Здравствуйте. Я от Сергея Николаевича к вам пришел. Вы нам помочь сможете? Помочь? Смогу. Спасибо вам большое. Да. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. А деньги? Да не надо!